советского гражданина это никак не коснется. Артисты, они наоборот на этом должны еще будут сыграть и заработать какой-то небольшой процентик своей популярности, потому что любой пиар в отношении артиста это всегда ему только на плюс. Я даже более того хочу сказать, как бы они и не рады-то были, что лишний раз сейчас о них заговорили, что они являются там эпицентром какой-то тусовки такой, вот, понимаете, экономической, вот этой политической, невидимой такой войны. Вот. А то, что вводить санкции против такой огромной страны, в которой ресурсов хватит прокормить не только свою страну, но и любые другие страны помочь, любым другим странам помочь. Я думаю, что тем самым они только сами себе навредят.